Привет, Ford Focus 3 в рестайлинге. Недавно лазил под капотом, смотрел лямбдазонд и обнаружил, что левая подушка на двигателе порвана. Заказал. Вот номер. Конечно, это не оригинал. Оригинал стоит космос. Ну, думаю, 3-4 года он отходит. Так, вот моя подушка рваная. Как видите, она по кругу порвалась. А если бы не лямбдазонд, я бы, наверное, даже не заметил. Но по ощущениям, вроде бы как на холостых оборотах появляется вибрация. Немножко газу даешь, и она пропадает. Ну, я думаю, это из-за подушки. Как видите, она даже уже сместилась по-рваному. Вот так. Так, площадку, если у какие вопросы у людей, почему она фиолетового цвета. Аккумулятор старый закипел и пошла коррозия по этой площадке. Пришлось снять ее и покрасить. Так, теперь приподнимаем двигатель, чтобы разгрузить, и снимаем саму подушку. Когда поднял мотор, сразу видно, что подушка сместилась на меня миллиметров на 8. То есть стала на свое место. Все, откручиваем болт и снимаем ее. Так, как видели, она порвана. Так, смотрите, как она порвалась. Вот. Осталось на маленькой резиночке висеть. Вот. Короче, вот так. Обязательно сравниваем с новой, потому что в магазине сказали не вскрывать, пока не проверить. Но сзади тоже вот так дали посмотреть. Оно же не видно. Ну, короче, снизу вроде бы как одинаковое. Ну, немножко, видите, вот отличается. Так, а здесь? Ну да, по сути, все то же самое. Единственное, что видите, в оригинальной подушке металлическая площадка другая. А здесь она вот здесь. Ну, по высоте. Сейчас даже для интереса померяю. Так, по глубине. И по здесь по глубине. Короче, здесь немножко больше, но за счет того, что резина уже вытянулась и порвалась. А так, если сравнивать по вылету, все, короче, то же самое. Вот так.
Короче, все, устанавливаем новую на место. Подушка на месте. Так, сейчас уберу домкрат с-под машины и соберу все в обратной последовательности. Ну и после скажу, пропала вибрация или нет. Так, на этом работа закончена. Проверил, машину завел, вибрации нету, так что все хорошо. Так, всем удачи в своем ремонте. Пробуйте. Все, всем пока.